Способы профилактики вовлечения молодежи в экстремистские организации обсудили в Нижнем Новгороде. О проблеме поговорили с библиотекарями Советского района. В круглом столе приняли участие также сотрудники МВД, представители духовной сферы и социальные педагоги. По словам участников встречи, большую работу по предупреждению подросткового и молодежного экстремизма сегодня ведут именно библиотеки. Каждый год они организуют около 500 мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Основным источником проблемы специалисты считают бесконтрольное пользование интернетом и призывают родителей следить за поведением своих детей в социальных сетях. Есть родители, есть ближайшее окружение взрослых людей. Оно должно контролировать, не только зарабатывать деньги, но, кажется, смотреть, чем занимается ребенок. Посмотреть у ребенка, не означает, к страничку в социальной сети ВКонтакте, ведь ничего сложного нет на самом деле. То есть, зная определенные там какие-то, ну, скажем так, принципы, признаки, кажется, того, что ребенок уже, кажется, где-то там интересуется подобной идеологией, ну и, соответственно, с ним дальше работать. Тема возникла не случайно, потому что тема экстремизма и терроризма сейчас очень актуальна. Она, наверное, сейчас знакома всем, даже маленьким детям, к сожалению, и это очень страшно. Мы, как библиотекари, работаем по профилактике этой ужасной темы в плане того, что мы воспитываем наших детей, подростков, молодежь.